Мы здесь как одна большая семья. Это дорогого стоит. Ночью здесь полно сектантов и хищников. А я и привет, малыш. Привет. Ты помог, когда мы в этом нуждались. Спасибо. Чё, как, бро? Я тебе помогу, дружок. Благодаря тебе стручка Петя растет как на дрожжах. Меня позвали? Приветствую. А что, хорошая находка? Так. Наверное, все спутники уже упали. Что мы будем сегодня проходить? Поедем, плеер заберем последний. Так, испытание. Не надо из пистолета еще пятерых завалить. Навыки. Карта. Испытание. Состав отряда. Ну, с собой вот это. Песика. Зови, если понадобится. Карта. Потанцевать.
них смогут работать голодными. Мы не будем их. Мальчик! Ты думала, все, конец. Взорвали. Так, испытание теперь надо мне пройти. Пистолет-пулемет. Мне надо купить. Thank you.
Клэр я все прошел. Смотрим дальше карты. Давай-ка нападем на этот аванпост. Пешочек напрямую там добежим сейчас. Полкилометра всего лишь. Сначала до Росомахи, сейчас добежим. Так, а дальше мы идем на аванпост. Thank you.
мог бы по ним карабкаться, но не хочу. Привет, приятель. Боже, храни этого пса. Смотрим дальше, что у нас можно тут. О, рыбодемон можно завалить. Лучший друг человека. Thank you.
Миссию, наверное, надо выполнить какую-нибудь. Давай-ка сюда вот. Новый дым. Так, состав отряда надо взять кого-нибудь с собой. Понял. До встречи. Я помогу. Да не туда припарковался. Так, это новая ДМ, новая база моя. Не слышно.
готовим мне честь. На всякий случай. Книгу вернули. Такого я ожидал. Хотя, думаю, это взаимно. Если тебе нужен старик, что ж, книга у тебя? Знаешь, что это? Слово Иосифа. Его учение, наставление, мудрость и безумие. Я искал эту книгу повсюду. Иосиф говорил, что тот, кто ее найдет, избран Богом и будет править Эдемом. И ты вернул ее нам. А должен был я. Ко мне они обратились, когда он ушел на север. Я тот, кто сохранил эту семью. Меня выбрали лидером. Я защищал их от саранчи и змей. Я сделал так, что мы остались целы и невредимы. Не, старик! Я! Мой отец хотел создать рай, но когда стало сложно, он сбежал. Ты пришел искать его помощи. Но Иосифа больше нет. Никто не признает этого, но он мертв. Семья по-прежнему верит в него и будет продолжать верить, пока не поймет, что он не был мессией. Он был человеком. Помоги мне. Докажи людям, что он мертв, и я помогу вам. Но ты не пройдешь на север через Новый Эдем, пока не докажешь, что достоин. Зажги пламя Эдема. Люди узнают метку. Они отведут тебя. Интересно, куда? Иосиф пытался спасти людей. Тебя отметили. Так Итан отмечает тех, кто хочет возжечь пламя Нового Эдема. Его погасили бандиты, захватившие нашу землю. Оно горело у подножия статуи Иосифа. Ее взорвали много лет назад. Там есть отряд верных. Они помогут. Пламя Эдема – знак нашей преданности Богу. Я думал, что для священной миссии нужен святой человек. Похоже, мы оказались между двумя группировками грешников. Привет. О, привет.
вместе, у нас все получится. На машину прыгнуть надо. Я еду. Путешествие. Телепортнусь сейчас просто быстренько и все. И я на месте. Я тебя вижу! А я тебя нет. Испытание потихоньку проходится. Thank you.
не должна быть напрасной. Поехали. Едем. Будь начеку. Фига, на горе прям, да? Да, я на горе. А это кто у нас здесь? Я слышал о том, как две группировки грешников дрались за поселение Ким. Надеюсь, твои помыслы чисты. Итан передал нам, что ты придешь. Многие пытались зажечь пламя Эдема, но не справились. Пламя окружает множество рейдеров, и они безжалостны. Их больше, и они хорошо вооружены. Мы должны полагаться на скрытность и уловки. Вот оружие, подходящее для этого священного задания. Прошу, используй его. Верные помогут тебе. Следуй за мной. Да, именно это оружие нужно использовать для священного задания. Довольно. Ладно, не столько инструмент, сколько символ. Нам нужен его свет. Что происходит? Охранять путь.
тебе крышка. Да, на небеса мне пока рано. У нас проблемы. Область вокруг статуи, а где эта статуя? Собака. Своих прям кидает. Вставай, дружище. Найдешь что-то, что пригодится нам. Отец, спаси! Я расскажу, что грядет. Это было предрешено. У нас еще много дел.
это еще не все. Этот чужак особенный. Я расскажу, что грядет. Чудо, что мы достигли столького. У нас еще много дел. Грешник, это еще не все. Мы не сможем вести тебя дальше. Спуститься в пещеру и зажечь огонь ты должен сам. Они затопили помещение и закрыли трубы. В этих трубах блажь, которая питает священное пламя. Откачай воду, а затем уничтожь трубы, так ты и выпустишь блажь. Подожги ее, чтобы праведное пламя разгорелось вновь. Но будь осторожен, иначе оно пожрет тебя. Ступай, грешник. Мы надеемся на тебя. Мы столько сражаемся с рейдерами, а им все нет конца. Сколько их будет? Что ж, тогда я пошел. А как откачать воду? Качать воду. Понял. Так, надо испытание прокачать тогда. Навыки. Теперь можно. Отлично. Ну что же, трубы с блажью. Thank you.
Подожгите блаш. Решит, как называть тебя. Даже Итан не смог этого сделать. Думаю, именно ты воплотишь пророчество Иосифа в жизнь. Ступай к Итану, он расскажет, что делать дальше. Но иди, зная, что ты дал нам надежду. Новый Эдем будет ликовать. Мне есть, что бросить в огонь. Пушку надо купить для начала. Дробовик. Ага, недостаточно компонентов. Так, а еще что можно? Ручной пулемет. Ага, короче, недостаточно, да? Понял. Понял, недостаточно. Ладно, пойдем до задания дойдем. Надо транспорт сделать, транспорт. Некоторые думают, что надо любить такую музыку, чтобы... Чушь. Я вот крут, но такое терпеть не могу. Карта. Нам сюда.
Неверующий живет во грехе. Неверующий не знает наши обычаи. Неверующий! Зажег наше священное пламя. Нужен Иосиф. Он очищает от греха. Отец отпустит грехи. Отправь грешника на север. Итак, новый Эдем. Вы прислушались к себе и считаете, что грешник должен идти искать отца? Да, безусловно. Отец добр к грешникам. Все-таки мы все его дети. Готовьтесь к причастию. Да. И причастие. Причастие. Нужно причастие. Напоите его. Отец ведет нас даже сейчас. Напоите его, прошу. Мы отправим грешника на север. Он вернет нам отца! Славься, Иосиф! Аминь! 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 Так ты сможешь перейти границу и выжить. Тебе нужно доказать, что он мертв. И они наконец поймут, что я их пророк. А я помогу тебе. Все будут довольны. Мы укажем путь. Надеюсь, ты готов отправиться в путь. Послушай, у Иосифа есть святилище на севере. Ритуал требует, чтобы по пути ты зажигал огни. Вряд ли старик еще жив и увидит их. Но если ты не зажжешь огни, тебе конец. Север может погубить тебя, несмотря на причастие. Эта лодка и огонь — единственный способ безопасно и быстро добраться до цели. Отходи от них только в самом крайнем случае. Зажигай огни при помощи огненных стрел. Найди доказательства смерти отца. И тебя запомнят как друга пророка. Я позабочусь об этом. Иди. Благословляю тебя. Что за прикол там меня ждет? Интересно, сейчас посмотрим. Зажечь маяк надо. Thank you.
Найди способ открыть ворота. Так, интересно, сейчас посмотрим. Бежим, бежим на лодку. Так, начинаем кашлять. Ага, зажгите еще одну. Отлично, едем дальше.
Эх ты, зараза. Вроде всех завалил. Приоткрыть ворота нам. Ёптель. Thank you.
Сплю, блин, нифига себе. Ладно, потом. Так, там получается реально фотография. Сделал все, что он просил. Я жертвовал собой, семьей. Я привел нас в новый мир. Я думал, он будет чудесен. Слишком долго ждал, что ко мне придут. Я отчаялся. Я уже видел твое лицо. Бог показал его мне во сне. Я знал, что ты придешь и все исправишь. Чтобы все стало так, как должно быть. Что ты принесешь спасение. Ищешь помощи. Но помочь тебе может лишь Бог. Ты часть его замысла. Идем. Идем со мной. Восхищен твоим мужеством. Путь на север непрост. Мир очистился в огне. И я понял, чего хочет от нас Бог. Я знал, что мы будем делать, войдя в новый Эдем. Когда люди вышли из бункеров, я собрал свою паству и дал им новую цель. Оборвать все связи с прежним миром. Построить новое общество. Жить в мире с природой. И брать у нее лишь самое нужное. В самые темные и тяжелые годы Земли
Я отчаялся. В отчаянии я пришел сюда и нашел наше спасение. Это дерево. Его плоды – дар Господа. Они помогли моей семье пережить голод и болезни. Новый Эдем расцвел. Мы создали рай на земле. Но он не был вечным. Ему помешало нашествие саранчи. Эти рейдеры воплощают в себе все, что Бог велел нам отринуть. Их души прогнили. Они больны. Но ты... Ты не такой. Твоя душа достойна. Помощь, что ты искал. Божий дар нам. Он спасал нашу семью в темные времена. Я предлагаю тебе наше чудо. Впервые отведав этого дара, я оказался лицом к лицу со зверем. В своей душе. И в тот момент я понял, что буду достоин этого дара, только лишь сразив зверя. Очистив свою душу. Ведь иначе этот зверь поглотил бы меня. Это испытание. Очисти свою душу. Если справишься, если твоя душа чиста, значит, ты пастырь, посланник Бога. И я, наконец, смогу вернуться. Чудо помогло нам выжить. Но этот дар не дается просто так. Он взращивает то, что таится в душе человека. И если душа тронута грехом, цена чуда будет ужасающей. Ты погибнешь, если не будешь слушать меня. Так. У меня только лук. Найдите зверя.
сражайся со зверем во тьме. Он обхитрил меня вперед. Почему я здесь? Некоторые люди не должны вкусить чудо. Даже те, кого я люблю. Даже члены моей семьи. Грех — это зверь, которого нельзя кормить. Наше будущее зависит от верности моим догматам. Мы больше не можем уповать на Иосифа. Он уже не вернется. Нам придется
забыть о нем и... Отец. Итан. Отец. Отец! Где ты был? Мы в осаде, наши люди в опасности. Ты исчез. Ты был нужен нам, но бросил нас. Как так? Я слушал глаз Божий, сын. Я слушал глаз Божий. Дети мои! Я знаю, вы страдали. Я знаю, вы боитесь. Меня не было с вами очень долго. Но вы были не одни. Я слышал глаз Бога. Он показал мне путь, что ведет к свету. Мы больше не станем прятаться за этими стенами. Мы больше не станем надеяться, что эти полчища саранчи оставят нас в покое. Пришло время драться. И Бог послал нам свой клинок. Вот! Бог испытал его душу, и она чиста. Безгрешна. И я, как свидетель его, говорю всем вам, что этот чужак... Наш пастырь. Отец! Вместе мы сразимся с ордами за нашими вратами. И вместе мы пойдем к будущему, что Бог обещал нам. Нет! Ты бросил меня! Ты бросил нас! Без единого слова, без указаний я делал, что мог. Был лидером. А сейчас, сейчас ты пришел. Спустился с небес и хочешь снова вести нас. Я их лидер. Иосиф, наш лидер. Новый Эдем пойдет за мной! Мы все на стороне отца. Сын, я знаю, как тяжело было твое бремя в мое отсутствие, я понимаю. Но это воля Божья. Иногда нам нужно жертвовать тем, чего мы хотим, чтобы почитать волю его. А чем пожертвовал ты? Однажды ты увидишь свет. А сейчас... Пойдем. Все вместе. У нас столько дел. Будем биться за правое дело вместе. Так, это вторая база, что ли? Получается уже. Вторая база. Вернусь на первую. Ага, понял. Ну или здесь сохранюсь, на этой базе, да. Всем спасибо, кто досмотрел до конца.